Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, художниц. Элизабет Нурс, художница реализма, портретист, пейзажистка, родившаяся в Маунт-Хейли, Огайо, в районе Цинциннати. Я цитирую Википедию переводную. Она также работала в области декоративной живописи и скульптуры, описанная своим современником как первая женщина-художник Америки, декан Ассоциации американских женщин-художников во Франции, одна из самых выдающихся современных художниц своего пола. Нурс была первой американской женщины, избранной в Национальное общество изящных искусств. Стиль Нурс был описан критиком из Лос-Анджелеса Генри Селдисом как предшественник социальной реалистической живописи. Некоторые работы Нурс выставлены в Художественном музее Цинциннати. Элизабет и ее сестра-близнец Аделаида родились 26 октября 1859 года в католической семье. В возрасте 15 лет она посещала школу дизайна Макмикен Цинциннати, ныне Художественная академия Цинциннати. Проучилась в школе 7 лет, и даже предложили должность преподавателя, от которой она отказалась, чтобы сосредоточиться на живописи. В 1882 году, после смерти родителей, и с помощью мецената она отправилась в Нью-Йорк, чтобы продолжить учебу, ненадолго вступив в Лигу студентов искусствоведов. В 1887 году переехала в Париж вместе со своей старшей сестрой Луизой, которая должна была стать компаньонкой на всю жизнь, бизнес-менеджером, экономкой и хозяйкой дома. Ее сюжетами часто были женщины, в основном крестьяне, изображение сельской местности Франции. Хотя Нурс продолжала жить и работать в основном в Париже, она много путешествовала по Европе, России, Северной Африке, рисуя людей, с которыми встречалась. Она была одной из «новых женщин» кавычках 19 века, успешных, высококвалифицированных художниц, которые никогда не были замужем. Во время Первой мировой войны Нурс бросила вызов стремлениям большинства американских эмигрантов вернуться домой и осталась в Париже, где работала над оказанием помощи беженцев во время войны и собирала пожертвования у своих друзей в Соединенных Штатах и Канаде в пользу людей, чьи жизни были разрушены войной. Умерла 8 октября 1938 года. Ну, так вкратце о художнице Элизабет Нурс. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания.